КАМАЗ-мастер славится своими многочисленными победами в автогонках. Это история выдающихся достижений в отечественном автомобильном спорте. Трехкратный обладатель Кубка мира по внедорожным ралли, неоднократный призер и 13-кратный победитель супермарафона «Дакар», отмеченного в высшей категории сложности, 5-кратный победитель международного ралли «Шелковый путь». 14 декабря в гостях Института управления экономики и финансов КФУ побывал российский автогонщик-мастер спорта России международного класса, победитель ралли «Дакар» 2013 года Эдуард Николаев. Общение со студентами, ведь мы техническая команда, да, ну не только у нас техники в команде, но и экономисты, и инженера, и кого только нет. Когда вот на встрече именно такого плана мы видимся со студентами, слушаем очень много от них вопросов интересных. И многие из них потом приезжают к нам в набережные Челны, приезжают в команду, и многие даже устраиваются к нам на работу. Свой путь в большой автоспорт Эдуард, как и многие автогонщики, начал с картинга, которым он увлекся еще в детстве. На одном из всероссийских чемпионатов по картингу Эдуард становится победителем. Этот успех молодого картингиста не остался незамеченным и был приглашен в автогоночную команду «КАМАЗ-мастер». По мнению российского спортсмена, именно сплоченный экипаж – залог всех достигнутых побед. У нас все в равных условиях, и пилоты тренируются в равных условиях, и штурмана нет какого-то выделившегося члена экипажа. У нас команда, то есть мы выполняем требования нашего руководства, цели и задачи также выполняем, которые перед нами ставят. Поэтому наши автомобили соответствуют друг другу, и тут уже зависит от мастерства каждого. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.